В честь 74-й годовщины прорыва блокады на площади Победы встал на вахту почетный караул. Пост номер один открыли на монументе героическим защитникам Ленинграда. В течение нескольких часов школьники Московского района сменяли друг друга в почетном карауле у мемориала. В этом году участниками пожелали стать больше сотни молодых людей. Патриотическое мероприятие проводится при поддержке руководства монумента героическим защитникам Ленинграда и администрации Московского района. Эту акцию инициировала именно детская общественная организация Центра молодежных инициатив «Тинейджер Плюс» более 10 лет назад. Вот, и мы стоим на монументе и вспоминаем тех, кто погиб во времена блокады, кто защищал наш город в эти страшные 900 дней. Педагоги из Дворца детского творчества учили ребят маршировать, отрабатывали ритуал заступления на пост. Каждый из участников получил удостоверение и памятный символ – блокадную ленточку. Следующая патриотическая акция и большая церемония возложения цветов пройдет здесь ко дню полного снятия блокады, которая отмечается 27 января.